А в Ярославле состоялся открытый чемпионат области и межрегиональный турнир по кудо на Кубок мэра. На татами вышли более 130 спортсменов из разных регионов страны, в том числе Костромы, Иваново и Липецка. Разнообразие техник, красоту и искусство ведения поединка продемонстрировали как опытные, так и начинающие бойцы. Главная цель участников, разумеется, победа и опыт. За плечами каждого большая подготовка. Готовился плотно, с тренером отрабатывали комбинации, чтобы победить. Планирую занять первое место и порадовать себя и своих родителей. Победители турнира получили право выступить на чемпионате Центрального федерального округа. Он пройдет в декабре также в Ярославле. Местом для проведения турнира наш город выбран не случайно. В Ярославской области кудо наиболее развито вообще в принципе в России. Вот, у нас большая численность спортсменов по Ярославской области, занимающихся. То есть, и, соответственно, к нам приезжают многие регионы. И я считаю, что здесь ребята с других регионов приезжают получать очень хороший опыт. Потому что у нас Ярославское областное отделение очень сильное по всей России.